Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэнсел, вы пытались им помешать? Нет. У тебя же был шанс, пап. Слышал, у тебя прошлой ночью были гости. Жаль, они ко мне не заглянули. Ну и чё ты их не вышвырнул? Я пытался свести ущерб к минимуму. В натуре, и чё, получилось? Как дела? Судя по лицу, не очень. Я долго себя сдерживал. Но зверь внутри меня рвется наружу. У тебя какие-то проблемы, старпёр? Вам конец, ублюдки. Тяжелый был день. Да уж вижу. 12 лет. Я работал на очень опасных людей. Быстро все в подвал. Что происходит? И не звони в полицию. Таких, как я, называли аудиторами. И если ты видел меня у своей двери, жить тебе оставалось недолго. Но я все бросил ради семьи. Стой! Стой! Возможно, я слегка перестарался. Когда ты исчез, за тобой остался неоплаченный долг. И твой кредитор теперь знает о твоем воскрешении. Они пришли за моей семьей. Они украли мой браслет с котиком. Только посмей, тварь! Быстро вернул браслет с котиком! Фигово выглядишь, пап. Видел бы ты остальных. Да кто ты вообще такой? Я? Я никто. Михаил победил Люцифера и приковал его к скале в аду. Лора, как у тебя дела? Хорошо. Ты хотел что-то показать? Туринская плащаница. Самый известный и самый священный артефакт в мире. Искусство отражает наше прошлое и предвосхищает будущее. Если бы не Михаил, Люцифер поглотил бы нас всех. Надеюсь, он не восстанет. Остановитесь! Нет! Он может выбрать ее. Святой Михаил, возьми мое тело. Сокруши это исчадие ада. Это Михаил. Убей его.
Сандро Маркони мертв. Я просто одолжил его тело. Наконец-то у Люцифера будет достойный дом. Вот зачем они украли плащаницу. Им нужна ДНК. Что во мне такое? Сам Иисус. Новый Иисус. Это мой святой долг. Да распахнутся врата в преисподнюю! Михаил! Я стану твоим повелителем! Твоим богом! Люцифер! Каждую ночь мне снится один сон. Все тот же. Дикий кошмар. Я сделал то, что был должен. Чтобы защитить наш мир. Не все в наших руках, Стрэндж. Ты открыл портал между вселенными, и неизвестно, кто из него появится. Ванда, что ты знаешь о мультивселенной? Вижн кое-что говорил. Он считал, что она опасна. Он был прав. Извини, Стивен. За надругательство над реальностью последует кара. Нужно сказать ему правду. Ситуация вышла из-под контроля. Ты нарушаешь правила. Осторожно! И тебя восхваляют. Я нарушаю, и меня клеймят. Несправедливо. Как меня укусил тот паук, у меня была всего неделя, когда жизнь казалась нормальной. Это было, когда ты узнала. Запоротое тобой заклинание не заставит всех забыть, что Питер Паркер — это Человек-паук. У нас стали появляться гости. Без всех других вселенных. Здравствуй, Питер. Ты не Питер Паркер. Простите, как вас по имени? Доктор Отто Октавиус. Хорош прикалываться, я серьезно. Всех этих пришельцев нужно отправить назад. Так что потрудитесь покончить с этим безобразием. Но вы вроде как сами виноваты. Я тоже знаю пару волшебных слов, и одно из них слово «пожалуйста». Пожалуйста, покончите с безобразием. Тебе предстоит битва с призраками прошлого. В смысле? Все они погибли, сражаясь с Человеком-пауком. Это их судьба. Мне очень жаль. Но мне тоже. Что? Долго!
Должен же быть другой выход! Это единственный. Они угрожают нашей вселенной. Вам не отобрать мою силу! Питер, ты так стараешься сохранить все, что у тебя есть. А жизнь ставит тебя перед выбором. Это я во всем виноват. Я всех спасти не могу. Человек-паук. Нет пути домой. Что происходит? Они прорываются к нам. И мне их не остановить. Дамы и господа, у нас пополнение. H. Наша компания занимается инкассацией по всему Лос-Анджелесу. Ты хоть представляешь себе, какая это опасная работа? В общих чертах, да. Мы здесь не хищники, мы добыча. Ты готов? Готов. Временное личное оружие. На что мне пистолет, если у нападающих автоматы? У тебя проблемы? Не знаю. Пока вроде нет. Куда он пропал-то? Давно пора назад. Они не шутят. С этим я разберусь. Я сказал, мешки в кузов! Ну, извини. Ты где нашел этого психа? Что-то здесь нечисто. Он будто жаждет, чтобы на груз напали. И он не коп. А если он не коп, тогда кто? Некоторое время назад убили двух инкассаторов и свидетеля. Было расследование. Этих мразей так и не нашли. Дани! Вы попали в перестрелку. А где мой сын? Он не выжил. Я хочу знать, кто убил моего сына. Мы навели шороха. Мы все перерыли. Мне нужна справедливость. Мы выжгли землю. Вы обещали приложить все усилия. Как это теперь понимать? У вас сил не осталось? Короче, ясно, ночка будет долгой. Среди охранников предатель. Я найду всех, кто замешан. За 2 недели я успею. То, что вам и за 20 лет не снилось. Я человек гневливый. Гнев человеческий. Со мной что-то происходит. Что-то пробуждается в моем разуме, и я не могу это контролировать. Что ты видел? Грядет священная война. Ты часто видишь сны, которые потом в точности сбываются наяву? Да. Это испытание простое. Вынешь руку из коробки, умрешь. Что в коробке? Боль. Ты унаследовал слишком большую силу. Доказал, что можешь управлять собой. Пришло время научиться управлять другими. Чего не мог никто из твоих предков. Мой отец правит целой планетой. Он теряет ее. У него скоро будет побогаче. Ее он тоже потеряет. Дружище! Аракис — смертельная ловушка. Убить их. Это истребление. Они убивают моих родных одного за другим. Будем драться, как демоны.
Попав в ловушку, животное отгрызет себе лапу, чтобы выбраться. А как поступишь ты? Я знаю тебя. Однажды родится легенда. И судьба всей цивилизации будет в его руках. Будущее. Я вижу его. Я не должен бояться. Страх убивает разум. Мой герцог. А когда страх пройдет, останусь только я. Бежим! Бежим! Издавна 10 колец давали нашему роду силу и власть. Если хочешь когда-нибудь ими владеть, я должен убедиться, что ты их достоин. Ты — это все те, кто тебе предшествовал. Они вновь воплотились в тебе. Ты — это твоя мать. И как бы ты к этому ни относился, ты — это еще и твой отец. Я предупредил своих людей, что как бы они ни старались, им тебя не убить. Я рад, что не ошибся. Ты ведь преступник. Кровавый убийца. Не смей так разговаривать со мной. Думал, сменю имя. Начну новую жизнь. Но мне не скрыться от его тени. Сын мой, нельзя бежать от своего прошлого. Теперь ты доволен? Ты всех сделаешь. Спасибо. Why do you come to us? I want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forest Boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Breathe. Outcasts, that's all they see. I see you. Like you, I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done.
5 лет назад Танос уничтожил половину всех жителей Вселенной. Но эти люди, земляне, по щелчку пальцев их воскресили. Внезапное возвращение населения высвободило энергию для начала пробуждения. Сколько у нас времени? 7 дней. Мы вечные. Мы появились здесь 7 тысячелетий назад, чтобы защитить людей от девиантов. Почему вы не помогли с Таносом? Или в других войнах и бедах за всю историю? Нам запретили встревать в людские распри, если в них не участвуют девианты. Кто запретил? Надо найти остальных. Некоторых я не видела веками. Привет. И вам. Если вот это конец света, хотя бы увидим его вблизи. Твой сарказм точно не спасет планету. Мы полюбили людей с первого взгляда. А когда что-то любишь, ты это оберегаешь. Защитить никого из них. Уверен, ты построил идеальное убежище. Из чего тут все? Вибраниум? Стой! Осенняя коллекция. Икея.